Мы и возле входа. Ох, тут такие карпы плавают. Мама, не горюй. Ничего себе. Труба. Вот это да. И рыбаков на них нету. Такие кабаны. Не знаю, по сколько килограмм. Но факт, что огромные. Да, и уток не хавают даже. Они уже привыкли. Видно. В совместной жизни. Ну, это, конечно, круто. Вообще. Они больше уток. Утки по ним топчутся. Тем по барабану. Обалдеть. Вот этот, да. Да, ну вот и сам вход. Судя по надписи, музей Канде. Этот замок, в принципе, был замком принца Канде. Второе название. Замок Шантии. Да, крутяк. Тут табуны, короче. Все ждут. О, даже лебедь спрятался под мостом. Ждут от туриста хлеба. Пошел хлеб. Лебедь первый. Лебедь тут самый главный, как я понял. Не всегда он успевает. Утки немного быстрее. Да. Да, такие карпуши. Полетели, полетели. Уч. Называется принцип один. Кто успел, тот присел. И лег спать не голодным. Ну, я думаю, в принципе, за день тут их так откармливают, что голодными, наверное, никто не остается. Просто кишит карпами, вообще, это кошмар. Сюда все потянутся. Все карпы, но не всем. А это даже, наверное, в несколько слоев. Потому что просто реально, а, попал. Попали по голове лебедя, но он не успел схватить. Так они еще не подрались? Жуть. Жуть. Вообще. Да, ладно. Все это хорошо. Но надо идти дальше. Ради чего мы сюда и приехали. Так, тут у нас домик для билетов. Но нам билеты не нужны. У нас есть проездной. И проблем у нас быть не должно с этим делом.
Так, мотик заныкали. Перейдем на контрольный пункт. Чтобы предоставить наш проездной. Bonjour. Merci. Salam. Вот так вот, даже есть тачки. Ну, как и Версале, в принципе. Но там, как я понял, нужно наличие прав. Ну, с определенной суммой денег. Ну, вот тут фотосессию молодые устраивают. Хотя молодых я тут не вижу. В платье свадебном только одна девушка. Все остальные, так я понимаю, работают с ней или над ней. То есть просто какая-то фотосессия. Может быть, для журнала какого-нибудь. Может, для магазина. Реклама. Ну, ладно. Мы пойдем далее. Вот. Тут уже красивее становится. Чем дальше, тем красивше. Как говорится. Тут что-то, это акция под названием Citizen Kid. В общем, какая-то замануха для детей. Тут такая табличка под названием «Калечь пони за 3 евро». Не будем калечить пони за 3 евро. Пойдем дальше. Ну, конечно, перевод другой. Ну, смешно. Так. Там вот тоже паровозик ходит. Как и на... И в Версале. Ну, может быть, там будет меньше очереди, тогда можно было бы на него присесть и дать кружок по парку, чтобы поберечь ноги. Посмотрим. Лев такой, или даже это не лев, а на собаку больше похоже. Так, что у нас дальше по графику? Да, все-таки это везде собаки, потому что охотничья наверняка была резиденция. И охотами тут занимались наверняка часто. Вот тут я вижу ларек, лоток с гамбургерами. Это тоже очень хорошо. Потому что можно будет покушать. Так, ну, наверное, сейчас пойдем зайдем внутрь.